В Амурской школе-интернате номер 14 отремонтировали и оборудовали спортивные залы, два кабинета для коррекционной работы с детьми. Какие именно обновления произошли в школе, смотрите далее. Специализированное оборудование приобретено в рамках краевой программы по работе с ранней помощью детям от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья. Это развивающие игровые материалы, сенсорный компьютер для работы с обучающими программами, дары Фрёбеля, бизиборды, стол с кинетическим песком, игровые столы и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильные доски, набор психолога с 9 модулями. Тут еще и с математикой связан счет. Вот это все прям, это вот математика такая, логика, математика. Танграм. Это мелкая моторика, да, вот деревянная получается, иголочка, пришивает пуговки. Подбирает фигуру, да, вот, что это у нас, звездочка, да, ищет звездочку. В школе работает большая служба помощи. 7 психологов, 4 логопеда, дефектологи. Это специалисты, которые обучены работать именно с маленькими детьми. Кабинет психолога работает как при школе, так и является ресурсным центром по обслуживанию всего Амурского района. Постоянно мы в детские сады про себя рассказываем, в школы про себя рассказываем, чтобы в школе, опять же, там же у детей есть сестры, братья и так далее, они могли сказать, и к нам, вот вы говорите, какое взаимодействие. Вот такое взаимодействие. Понятно. То есть мы должны постоянно говорить, мы вам окажем помощь, потому что не все знают об этом. Получив оборудование, коллектив решал, где его установить. Нужен был отдельный большой кабинет. Компания «Полиметалл», которая является давним партнером школы и поддерживает социально значимые инициативы, присоединилась к софинансированию краевой программы. За 3 месяца был произведен капитальный ремонт кабинетов ранней помощи и педагога-психолога. Спортивный зал и раздевалка теперь современные и удобные. Установили спортивное оборудование. Санитарные комнаты сделаны со всеми техническими требованиями. Отреставрированы стены коридоров и заменены двери, восстановлен пол, освещение, сантехника, отремонтированы служебные комнаты. Хочется пожелать ребятам только первых мест во всех ваших спортивных соревнованиях. Удачи, терпения, упорства, всего самого лучшего. Учащиеся школы ежегодно принимают участие в краевых и всероссийских соревнованиях в специальной олимпиаде России по различным видам спорта. Это боча, стритбол, волейбол, баскетбол, теннис, а также юнифайд футбол, и получают высшие награды, о чем говорит представленная выставка наград на стене. На базе школы ребята занимаются волейболом, футболом, баскетболом, теннисом и флорболом. Зал превосходно выполнили, покрытие хорошее. Мы давно о таком мечтали, покрытие. Снаряды нам поставили для общей силовой подготовки. Готовимся здесь и выезжаем на соревнования. Дети у нас способные есть. Дети, вот то, что перед вами сегодня выступали, это дети сборной школы по всем видам спорта. Наша школа победители в мини-футболе, вот, в стритболе. Участвовали в Хабаровске. Заняли там 3-е место. Все это комплексные услуги, направленные на содействие физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации, формирование позитивного взаимодействия и отношений детей и родителей. Анатолий Гарпов, Юрий Щетина, телеканал Амурск.